поддержать, не допустить никаких насилий с них, если у кого есть возможность. Максимально оградить от всех, кто, чтобы их не обидели, чтобы они домой пришли живые и здоровы. Чтобы мы помнили этот праздник, все-таки этот день победы, это очень, это 79 лет, которые чтили, помнили. Давайте не забывать этот день и завтра прийти, кто может, не бояться всего вот этого, и нести ветеранов, и почтить этот праздник большим. Днем победы!